Вот бывает на службе, когда родители, как правило, не особо воцерковленные, приходят с детьми, уже такими большенькими, года 3-4, и подходят к чаше, к причастию. Ребенок категорически отказывается, брыкается, зажимает зубы. Вот. И я видел две практики. Бывает, что священники отказываются причать таких детей. Говорят, вот вы им объясните, поговорите, чтобы он захотел. А бывает, что прибегают к силе пономарей, его держат за руки, за ноги, он брыкается, отворачивается, ему держат голову и насильно вот так вот причащают. А какая практика, ну, более оправдана? И что, к чему ведет впоследствии такое применение силы для ребенка? Вторая практика прямо противоречит всему христианству. Как-то я смотрел фильм давно-давно, показывали Соловки, и там у входа в этот лагерь, над входом, была такая надпись: «Силою заставим войти в Царство Божье». Если бы можно было насилием, силой там загоним Царство Божие, там, по-моему, вот так было, загоним именно. Вот здесь это и происходит. Смотрят на таинство, как на магию. Вот беда-то какая, как на какое-то колдовство. Разве это можно? Вот этот вот игумен Никон Воробьев, когда на моих глазах такие вещи происходили, он, во-первых, отойдите, сейчас, не мешайте. Да. Потом подойдете после литургии и говорил всем, что у вас в семье происходит, как вы живете. Потому что дети – это лакмусовая бумажка, которая изображает как раз вот состояние семейной жизни. Ни в коем случае нельзя опускаться до таких вещей. Вы посмотрите, люди просто не понимают, а посмотрите, что сейчас происходит. Все несут детей причащать. Кажется, хорошее дело, но забыли одно, что вы, родители, должны причащаться. Тогда и причащение детей будет тогда действительно иметь пользу. Потому что если вы причастите ребенка, а сами тоже перед там телевизор, Бог знает, что делаете, то этим самым все равно, что вы вот помыли ребенка и тут же его в свою грязь опускаете. Кто так делает? Священное Писание говорит: проклят вся, который делает дело Божие с небрежением. Поэтому, если хотят, чтобы действительно была польза для детей, то родители должны обязательно причащаться. Тогда будет польза и родителям, во-первых, они сами меняются, и ребенку тогда. А здесь, видите, отделываются. Как? Ребеночка причащать. Результат? Детей причащается полно, подростков, молодых людей. Почти никого. Да если бы можно было насилием, чисто внешним путем спасать людей, то Христос бы стал императором, и все. И с помощью римских легионов всех бы обратил в христианство, всех бы заставил причащаться. Неужели непонятно это? У людей очень сильно языческое понимание даже этого великого, величайшего таинства христианского. Что вы? Причащение – это же действительно, разве можно насильно соединить человека со Христом? А ребенок вообще ничего не понимает. Да и обратили бы внимание на практику великих святых. Но посмотрите, вот праздник трех святителей. Родители причащали, крестили их, даже не крестили. Они только не причащали. Крестились уже в каком возрасте? Василий Великий в 30 лет, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст 24-26 лет. Вы подумайте, не боялись, а вдруг умрет. Теперь боятся, не боялись, потому что прекрасно понимали, что спасает человека, спасает даже не крещение, даже не Евхаристия, а правильная христианская жизнь.
И если человек будет ее вести, не беспокойтесь, крещение и даже причащение, да, это не ключ в Царство Божие, а ключом является жизнь по заповедям Христовым. Крещение же и причащение только тогда возможны, когда действительно человек ведет соответствующий образ жизни. Убеждение нужно, во-первых, вера. Ну, нужна же вера. Кто веру имеет и крестится. Это во-первых. Во-вторых, уже эта вера требует соответствующего образа жизни, характера жизни, жизни по заповедям и покаяния. Тогда только причастие полноценно будет исцеляющим средством для души и ребенка, и родителей как таковых. Нет, отделаемся. Понимаете, какое внутреннее лукавство ребеночка бы причастить. Да. Ребеночка бы причастить. А ты что же? А родители? А вы что? И в грязь его, в свою потом грязь опускают. В результате мы видим, как молодежь исчезает. Где она? Где эти причастники? Где они? К этому надо относиться серьезно, а не так, по течению.